Также в Сочи глава Дагестана Рамазан Абдулатипов провел встречу с инвесторами из Китая. Представитель китайской фирмы, выпускающей пенокерамику Хинглонг Вэй, озвучил намерение поставлять в Дагестан оборудование для производства инновационного материала, каким является пенокерамика. Материал обладает прочностью уровня легких и сверхлегких бетонов. Хорошо подходит для облицовки, не впитывает воду, огнеустойчив. А сырьем для производства служит ил либо глина. Сообщив, что в регионе имеются оба вида упомянутого сырья, Рамазан Абдулатипов заявил о готовности поддержать инициативу сооружения завода. Отметим, что общая стоимость инвестиционного проекта около 20 миллионов долларов.